Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Как всегда, с вами Лиса. И сегодня у нас ASMR-итинг видео. Посмотрите, какая у меня замечательная тарелка сегодня для вас. Ну, для вас, для меня. Да, ребята, сразу прошу прощения за какой-то возможный шум. Это мои соседи. Не знаю, что у них за вечеринка в среду вечером, но я не могу на них повлиять. Это креветочки в кляре. Это запеченные мидии с сыром. И немножко колец кальмара в панировке. Сырный соус. Очень голодная, поэтому давайте поскорее что-нибудь съедим. Знаете, чего мне не хватает? Острого соуса. Секунду. Сыр немножко успел затвердеть, пока я городила тут свою студию. Я заказала это, когда выходила с работы. Вернее, когда я думала, что уже освободилась. А потом у меня нарисовалось еще одно очень важное дело. Thank you.
живут где-то в своем доме. У них нет соседей. Самые вкусные мидии, которые я ела, были в Одессе. Там есть такое заведение, называется бар мидий. Кто будет в Одессе, обязательно посетите. Приносят целый котелок с мидией. Боже, ребята, дома помрачительно вкусно.
на месте.